Огромное спасибо самым щедрым спонсорам. Всем здравствуйте. Я сейчас на спорте, сейчас спортом занимаюсь. У меня физическая подготовка. Я себе взял сейчас эти спортпит на вечер. Сейчас я спортивное питание сделаю. Ну, поем на массе просто пока сижу. Сейчас готовлюсь в зал идти. О, темные. Спортпит темный сегодня. И заказал наконец-то это здоровое питание. Привезли что-то тут. О. Всем привет, комрады, подписчики, подписчицы и случайные зрители моего канала. С вами Мутный Мрак. Сегодня у нас с вами будет обзор на Биг Мак. Биг Мак у нас идет в коробочке картонной. Внутри у нас булочка. Здесь две котлетки, как обычно. Салатик для нейтрализации углеводов. Очень спортом занимаюсь. Это, знаете, вкус утонченный такой. В этом блюде ощущаются нотки Франции или Италии, изысканные, но это отголоски такие небольшие. Больше всего, вот самый яркий вкус в этой булке, это, как вам сказать, дерьмо. Ну, как будто насрали туда. Но в целом съедобно. Спасибо. Ребята заметили, что у меня вот уже от спорта одышка. Сейчас, ребят, еще массу надо чуть-чуть. Спорим? Вот, давайте спорим, что я могу за раз съесть гамбургер. Короче, просто за один укус, смотрите. Без постановок. Гамбургер. Настоящий гамбургер. Ой, вебка на весь экран. Так, ребята, если серьезно, я просто пообедал при вас. Я хотел стрим до 00 начать. Надеюсь, этот кусок я вырежу потом. Сейчас я нейтрализую салат, поем попозже. Если кто не шарит, типа, ну, если вы, ну, по спорту не шарите, типа, по спортпиту. Короче, если что-то, ну, едите вредное, ну, типа, очень калорийное, допустим, курицу какую-то жареную, либо свинину, либо говядину, то просто после того, как поели, если очень много съели, салат, обычный салат с маслом, заедайте салатом, и салат, он нейтрализует всю, ну, все вредное. Оно все в желудке нейтрализуется. Че, пацаны, рассказывайте, как дела? Я вот на Тагазе сейчас езжу, у меня машина мощная. Все подходят, говорят, ой, какая у вас сучная машина, какой вот... Ёп. Я говорю, да я знаю, спасибо. Купил Тагаз. Мне не страшна никакая зараза. Я русский мужик. Я водитель Тагаза. Сейчас вот думаю, может, Газель купить себе, да это потом такой, да нужно. И потом опять думаю, да не, надо грузоперевозками заниматься. Вот сейчас ремонт, приходится платить по 2-3 тысячи, чтобы мне перевезли какие-то грузы, а так была бы своя Газель, а потом думаешь, да оно надо. Ну, вообще, Газель реально помогла бы, конечно, но ее содержание, мне кажется, вышло бы гораздо дороже, чем деньги, которые она сэкономила. И какую же повозку ты посоветуешь за 1,5 миллиона? Не BMW и Автопром, а от 16 года. Kia Rio X-Line. Самый лучший выбор. Kia Optima. Тоже хороший выбор. Я переехал, ну, я рассказывал это на предыдущем стриме, вряд ли был, да и видос пока у меня не вышел, где объясняю хоть что-то, что у меня сейчас происходит. У меня сейчас строится гараж, это раз, вот второй, на второй канал, на вот этот канал, короче, на Murk Power. Второй гараж строится,
Все, он полностью построен, мне крышу укрыли, закатали, закрыли. Сегодня я принял работу, отдал последние деньги, теперь осталось сделать ворота. И все, и гараж будет полностью закончен. А, и оштукатурят они его в течение там недели, они обещали потихонечку приходить штукатурить его. То есть осталось оштукатуркой, будет второй гаражик и ворота поставить. Все, он готов. И я одновременно затеял ремонт в квартире. У меня средний доход в месяц 200 косарей. А я живу в хлеву, серьезно. То есть я живу в свинарнике, в гадюшнике для свиней. Ну, жил. Не из-за того, что мне лень. Не из-за того, что у меня нет денег. Не из-за того, что я скупердяй и мне жалко. Все из-за того, что я знаю, что такое ремонт. Я знаю, сколько это может продолжаться. Я знаю, сколько это стоит. И я знаю, что ремонт делают комплексно. Вот сейчас у меня в квартире ремонт, кроме комнаты основной. То есть у меня делается кухня, ванна и коридор. Разом. И в дальнейшем, может быть весной, может быть в начале весны, мы будем уже вот то же самое делать с комнатой, то есть поэтапно. Мы не можем прям всю хату за один раз, только из-за того, что мне некуда вывезти мебель, у меня нет столько ресурсов, чтобы ее вывезти, чтобы ее отнести. Вот газели нет. А, да, и плюс отопление. Вот отопление через вот буквально 2 недели, 3 дадут. И я бы сделал ремонт по всей квартире сразу, но не могу. Поэтому приходится жить в таких условиях. У меня полов нет сейчас в квартире, у меня нет стен, там стены. В квартире не делался ремонт. Я сам его делал, тот ремонт я делал в 2015 году сам, своими руками. Но это типа... Я не скажу, что я его очень плохо сделал, но время того ремонта реально уже вышло. Сами понимаете, 6 лет прошло, и все обветшало, учитывая мои навыки, так скажем, никакие. Поэтому пришлось заказывать бригаду. 220 тысяч рублей будет работа. И около 300 тысяч будет сейчас мебель, плитка, там 300-350 отделка. Это я не то что хвастаюсь сейчас перед кем-то из вас или понтуюсь, говорю, ну какой я богатый, наоборот. Я говорю, что надо было этим заняться, и надо было это уже хоть вот начать, хотя бы начать. Начали мы вот, с женой еще когда в феврале или в марте. И только сейчас, в сентябре, вот... Дозавершаем. Будут ей байки под блейзер или палм-то истории. Спасибо. Я хочу Камолу позвать, сделать байки про тазы, но как-то я его сколько предлагал попить пивка, так даже лайтовенько пообщаться, может, что-нибудь снять. Он наотрез отказывается. С ним было бы кринжово поснимать именно байки. Вот, тазовские. Миша спрашивал нас на прошлых стримах, поскольку брал пеноблоки. Так вот, стало интересно, что по цементу вышло. Пеноблоки брали по 110 с папой. Я цемент не считал. Слушай, мне что-то там суммарно 30 мешков всего. Там цемент, плиточный клей. Не плиточный, блочный клей. Все говно вышло в 6, по-моему. В 6 тысяч рублей. Не могу сказать конкретно, сколько стоил именно цемент. Потому что я брал все скопом. Мне все привозили. Чайки валяются, но они в гараже. Я бы тебе сказал. Что-то около 6 тысяч за 30 мешков. Вот такой взял пивас попробовать. Вкусно, он сладкий прям. Вот сахар на зубах. Вот такое разливное. 161 рубль, да, оно? Дороговато, конечно. 179. Кстати, ребят, хотел с вами поговорить. Но зачем вы пошли срать на старый ЖПК в комменты? Там, я не знаю, не вы, конечно, на стриме кто. Что-то зашел, мне даже стыдно стало. Зачем? Ведь мы не призывали его хейтить. Мы реально с Гринпейпером вполне по-доброму, по-дружески посмотрели его видос. Мы его не оскорбляли, хоу про него не говорили. Но без шуток, ностальжи уже не самое зло. То есть он не истинное зло. Ну и работает челик, и работает. Да не отпустил от него, ну жалко его даже. Типа, что он не развивается вообще. То есть он такой же, как мы, по сути. Ну, он на своей волне работал, но реально, он не самый начальник. Кого я только не смотрю, вот этот, какие каналы, вот этот там, цирк на колесах, автохлама нет. Это же ребята, которые прославились буквально за год, за полтора, и уже рекламируют лохотрон, финансовые пирамиды, ставки на спорт, а? А, еще эти всякие рандом эти апы, знаешь, где ты выиграешь айфон. Да-да-да. То есть вот эти ублюдки, ностальжи святой по сравнению с ними. То есть я бы Олегу реально руку пожал. Он нигде не рекламировал этот. Рулетки, вот это, где кейсы, рулетки и все остальное. То, что он требует огромной бабки и кидает реф ссылки и заставляет людей покупать, ладно. У людей должен быть свой мозг, как бы своя голова на плечах. Можно и не купить. Но когда тебе твой любимый блогер показывает, как он выигрывает iPhone 12 Pro Max за 150 рублей. Знаешь, смотреть нормальный канал. Тот же «Цирк на колесах» был вполне себе сносный канал. Я тоже отчасти шел по их стопам, ну, потому что мне нравился их контент, с копейкой, по крайней мере, я имею в виду, я шел. Моя серия с копейкой — это независимый эксперт в перемешку с «Цирком на колесах».
А сейчас настолько сошкварились, ну просто что не ролик, так понимаешь, им бабки нужны, жить надо. Но так не делается. То есть надо честь иметь, достоинство, совесть какую-то. Циркачи по 3к за ролик вставляют. Не-не-не, никому верить нашел. Ростовским, вернее, из Таганрога, таганрогским парням, кто это не 3к стоит. Даже для канала, где 100 тысяч подписчиков, в среднем вставка лохотронского вот такого видоса, это пятнашка, братан. Типа, в следующий раз, когда будешь верить, как они прибедняются, что у них 3к реклама стоит, я не знаю, это для, типа, амёб они придумали. Когда у меня на Муркпауэре было 115 тысяч, 1xbet предлагал 25 тысяч за интеграцию. Вот думаете. Я кончил на одеяло и буду спать под ним. Пацаны, а кто тоже в детстве? Короче, когда кончишь, там чуть вытекает, не как сейчас целый фонтан. А потом спишь, и холодное становится, и неприятно, склизко. По ноге размазывается. Холодное прям, реально холодно, как будто, ну, Зодик, это не твоя жидкость. По пузу размазала, дальше спать. А оно клеится с утра, друг, как клей, как будто тебе кто-то ПВА-клей на живот налил. У меня есть угол, в который происходит весь таких пятнах. Найдем это мир. Не буду грешить, у меня тоже такой был. У меня мать постоянно говорила, что это такое, я говорю, да это я высмаркиваюсь. Чего он желтый был прям, у меня белые же обои были. У меня аж мышцу свело без шуток от смеха. Подождите, мышцу защемил от смеха. Спасибо за помощь. Но он так написал смешно это. Нет. Че у меня теперь этот, слышишь, у меня виски теперь давит и это, защемило, короче, прям бок из-за смеха. Будь ты проклят, человек, который написал про это. Я теперь сижу с защемлением. Ребят, сегодня у нас обжор на колбаске пикалини с горчицей. Сейчас будет пахнуть, как от моей уписи. Открою. Когда с утра не мылся дней 5 и достаешь вот так, такой же запах. Чего? Иди серьезно. Она не откусывается. Камень. Я за эти заплатил 29 рублей. Короче, ребят, колбаски оцениваем от 1 до 10. Вкус терпкий, мясной, очень жирный, прям течет с них. Если ее расплющить под прессом, с нее очень много жира вытечет. Моя оценка 5 из 10 однозначно. 5 из 10. Ну ладно, 6 из 10, короче. Очень вкусные. Очень много масла. Очень много масла. Прям вот, когда ты их зубами начинаешь раскусывать, струйки масла текут на язычок. И самое вкусное это именно момент, когда сосиска раздавливается во рту, и вот из нее немножечко брызгает этот вкус, химия это. Не то что химия, вот эти добавки, перемешанные с маслом. Очень вкусно. Привет, Мурк, что думаешь по поводу Мустанга Мэда? Да он мне его не показывал, а что, он приехал уже? Ему же вроде какие-то там, блядь, проблемы с ним были. Ну не то, что проблемы, там задержки постоянные. Он говорил, что... Давай. Может быть, там будет разрывать с ними договор. Он мне прямо конкретно ничего не называл. Поясни, пожалуйста, почему ты, мол, не купит себя порядочный ведролт? Человеку лет 30, а он на тазах все ездит. Спасибо. Хороший вопрос, Иван. Тут дело, во-первых, самого человека, во-вторых, его достатки. Он не может себе войти и купить, как я, например, Феррари. Это я взял Ламборгини, Феррари, вот, все в одном. То есть, ну, я, у меня финансы позволяют. То есть, я не бедный человек, но я думаю, вы это заметили. Я сейчас включу вебку попозже. Вот, то есть, видно, что я не бедный. Ну, то, что как бы вводятся деньги. А у Данила Владимировича, к сожалению, денег нет, и он не может себе приобрести очень мощную машину. 100 лошадиных сил. Вот. У меня 107 просто лошадиных сил. Ну, 106. А, быстро ездит. Из-за ухода Алексея Лещенко расстраиваюсь уже какой день, как будто родной ушел. Смотел года два его до Павачела и тролля. Берегите себя, не болейте, не кашляйте, мальчишки и девчонки. Да, грустно, конечно, фигня, что я скажу. Грустная история. Из-за банальщины какой-то, коронавирус. Взял человека и, ну,
подкосил настолько, что вот такое произошло. Главное, посты-то он писал. Ну, будем надеяться, что он в лучшем мире. Слушайте, пацаны и девчата, я верю все-таки в то, что если ты умираешь, это как сон, ты просто перерождаешься, ты даже не помнишь о том, где ты там жил, кем ты был. Ну, надо к этому чуть проще относиться. Я еще раз повторяю, для всех, кто не понимает, самое главное – это не умереть в муках. Вот это самое страшное. Морг, как с Аквилой обстоят дела? Брат мой сценарий рефлирует на эту тему на стримах. Да пошел он в жопу, у него мустанг это вонючий. Из-под американцев, из-под пиндосов, плюс еще и битый. Сейчас его соберут там в Литве на отъезд. Соберут из кусочков. Весь в потлевке будет. Я приеду, у меня толщиномер профессиональный, вы видели в видео. Промерю ему, у него весь крашеный. Поэтому у меня Аквила ни разу не крашеная, заводская краска. Заводской пробег 5000 километров. Поэтому пошел он в задницу. У меня машина лучше, чем у него. Можете прямо вот на стримах ему писать. У меня в разы лучше тачка. У меня хотя бы патриотичная. Его из ЛДПР отчислят за это, потому что он мустанг взял. Додумался. Если Илье все-таки мустанг приедет, я приеду, ему наклейку отвал поклею, и все сломается. Паза Вика Мова. В тысячный раз повторяю. Я с радостью, умники вы такие. Идите и позовите сами. Мне что, жопу порвать себе и ему, чтобы его пригласить? Если он не хочет штуку, я обосрусь, что ли? Как я могу его позвать, если он не хочет? Кому стесняшка, что ли? Не, он аниме-бой. Ну, короче, он аниме. Ну, типа хентай, Наруто, вся это смотрит. Гоу-стрим, где вы смотрите с Камолом аниме. Он слишком стеснительный и закрытый, то есть он не сможет нормально. Как дела, Мур? Когда видос с Мэдисоном? Когда ему мустанг придет, скажу. Илюш, давай снимем что-нибудь. Как неродные. А совместный стрим Мэдов с Мэдом в женских образах. Я с удовольствием, а когда он позовет? Пусть позовет. Вот, можете ему на стримах писать. Пусть зовет. У меня, кстати, парик есть настоящий, с настоящими волосами. Блондинки. Мне подарил Вася Сиплый. Я не стал на видео показывать, иначе нас бы совсем за каких-то приняли бы. Потому что стоит человек с видом маньяка, ну-ка я про Васю. Дарит мне из настоящих волос парик. Не, без рофлов говорю, у меня есть парик из натуральных волос настоящий. Пусть зовет. Почему нет? Только донаты 50 на 50, согласится. Я Илью, конечно, знаю, но 50 на 50 никогда не отдаст донаты. Вдруг там будет 400 тысяч, он скажет, Миша. Ну тут, короче, 50 всего, давай 25, я тебе переведу это. Прям в таком виде отсюда, в такси. Еще посадь меня в какой-нибудь аэро-такси, где до меня будут, когда девушки, хотя я мужчина. Все, дорогие друзья. Давайте. Спасибо, что досмотрел до конца, и если хочешь отблагодарить меня за нарезку, то подпишись на мой второй канал. Ссылка в комментариях.